Дамба, 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 repeat speed up. Дамба, деньги рады, мы детские друзьями, и ведь нам все равно. Эй, моя, ты слишком долго плавала, я тебя успела позабыть. Себе парус, который уносит нас в нашем воображении в необъятные голубые дали и дарит удивительные приключения, уносит от повседневности, ну, практически в совершенно другую жизнь. СКФ «Дальневосточная регата учебных парусных судов» под флагом России проводится в первый раз. В ней принимают участие 46 учебно-парусных судов из 5 стран мира, а участников регаты более 1000 молодых моряков. Дорогие друзья, я сегодня очень рад видеть вас здесь, в городе Владивостоке Приморского края. Наш портовый город никогда такого количества парусников еще не видел. Our port city have never seen so many tall ships in its whole life. И тем более не участвовал в таких международных регатах. And of course have never participated such kind of international event. И хочу сказать, чтобы у нас вот это была не последняя, вот первая, которая проходит регата, не последняя. И думаю, мы теперь в нашем крае будем проводить всегда вот эти международные соревнования. This regatta is forcibly held in Vladivostok, and I really hope that it won't be the last. И всегда прекрасно видеть курсантов, корабли, парусники, всегда с поднятыми флагами рассвечивания в нашем городе. Хочу пожелать участникам регаты хороших стартов, побед. И главное, чтобы было вам всем здесь приятно и уютно в нашем городе. Спасибо вам. I want to wish all the participants good starting and always reaching their aims. Thank you. От имени Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства морского речного транспорта, себя лично, поздравляю вас с началом второго этапа регаты. Также хочу передать привет, приветствие от Общероссийского движения поддержки флота, которое большое усилие прикладывает для популяризации морских видов спорта, морской профессии, водного транспорта Российской Федерации. Уважаемые участники регаты,
дорогие жители города Владивостока и гости нашего города. Dear participants, dear guests and citizens of Vladivostok. Флот «Регаты» прибыл накануне 4-го Восточного экономического форума. И в одно мгновение Владивосток стал и площадкой для развития деловых связей в связи с проведением форума, международного диалога и площадкой для большого парусного фестиваля. Многие жители, наблюдая за приближением парусов к городу Владивостоку, как не тот другой, понимают, что за вот этой легкостью движения паруса над волной стоит тяжелая, кропотливая, серьезная работа участников регаты. И я очень хочу, чтобы всем нам эта регата запомнилась как яркое, мощное, интересное зрелище, которое, с одной стороны, может быть и поможет стать Владивостоку более известным в мире. И мы идем по этому пути. Учебных парусных судов 2018 объявляется открытой! Ветер мой, синий море белое пение, пусть захлёбывай спей, море тонут корабли, пусть окно ложатся тени, снился, до сходи сохраняя золотые сундуки, золотые соглашайся быть счастливым, соглашайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Говором чая, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга, море встречай, сердце как песня летит из груди.